спортивный сток, мужской и женский. Так, тут спортивная одежда, все новое. Crane Sport называется позиция. Так, 44-46, Элька. Элька 44-46, это шорты. Женские и футболка. Получается вот такой комплект, только я не знаю, какой размер. А, XS, оказывается. Так что комплект не получится. 34 размер указан. 40-й российский получается. Так, вот, кстати, здесь S-ка 36-38 шорты. Бриджи большого размера. Хотя написано S. Я не знаю, почему это S. Честно слово, не знаю. 36-38 написано. Видимо, не сильно тянутся, что ли. Визуально кажется, что размер большой. Так, 40-42 M-ка. 40-й размер указан, то есть 46-й российский получается. Это лосины. 38-го размера трусы. XS, 34-й размер указан, шорты женские. Так, S-ка. Женские... А, женская юбка, по-моему. Да, юбка женская. Тенниска. Так. 42-й размер указан здесь. То есть 48-й российский получается. Так, есть дождевик для пробежек. Элька 44-46. Так, Элька 44-46. Пятьдесят второй размер указан. Так, все новое, все с этикетками, частично в пакетах даже. XS 34 размер. Кстати, ценников нету, поэтому можно сказать, что это фабричный сток, а не магазинный. Ну, для тех, кто понимает разницу между фабричным стоком и магазинным стоком. 38 размер. Так, здесь у нас XS 34 размер. Для тех, кто не знает, чем отличается фабричный сток от магазинного стока, фабричный — это то, что не попало в магазины, и на таких вещах нету ценников. Так, это M-ка 40-42, то есть 46-48 российский размер получается. А магазинный сток, он идет с ценниками, и, как правило, дешевле. Там может быть брак, хотя в фабричном тоже может быть брак. Здесь XS 48-50. Просто магазинам больше может быть брака, потому что примеряют, на витринах товар стоит, лежит и может выгореть. По тем или иным причинам в магазинах не распродали, сезон прошел или еще что-то. Так, это М-ка 40-42. А с фабрики это то, что, значит, произвели слишком много, не попало даже в магазины. Такой сток ценится дороже. М-ка 40-42, хотя обычно фабричный сток, он всегда идет в упаковках и без ценников. Так, S36-38. Ну, конечно, стоимость еще зависит от самого бренда. Бывают дешевые бренды, бывают дорогие бренды. Crane L44-46. Тут все бренды Crane. Это немецкий спортивный бренд. Они выпускают только спортивную одежду, если мне память не изменяет. Так, S36-38. В секонды обычно, как правило, добавляют именно магазинный сток. М-ка 40-42. То есть получается 46-48 российский размер. Так, шорты XS маленького размера. Видите, все с этикетками вещи. В секонде вообще, в принципе, не должно быть вещей с этикетками. Но с точки зрения маркетинга, я думаю, это хороший ход, когда добавляют туда именно сток вещи с бирками. S-ка 36-38. Так, L 44. Такая вещь у нас уже была. Вот повторок, как видите, есть. Потому что это сток. Элька. То же самое, только в другом цвете. Так, еще одни шорты. L44-46. Это, в принципе, тут есть все для занятий спортом. Для пробежек, для фитнеса. И так далее. Вот тоже, для, скажем, для пробежек. Куртка. Это уже чуть потеплее. Не просто дождевик. Размер большой.
Так, S-ка 36 38. 52% хлопка написано. Тоже 52% хлопка. S-ка 36 38 штанишки. Так, 36 38 S-ка. Лосины. Так, вот таких у нас много было. S-ка 36 38 еще одни. Что-то, в принципе, можно сделать комплект. У нас до этого, по-моему, майка была. Так, XS 34. Размер указан. Так. 2XL 52-54. М-ка 40-42. Лосины, скажем. Так. Мужские шорты, наверное, это все-таки. Да. 50-й размер указан, то есть должен быть 56-й. Российские, не знаю, правда это или нет. XS 34-го размера. А шорты женские. 50-й размер указан. Ну, вот, такие вещи, они, в принципе, во всех мешках есть. Повторов очень много, так как сток. М-ка, бриджи, примерно 46-48 размера. Так, это тот же размер. Майка спортивная женская. М-ка, тоже 48-46 размера. 52% хлопка написано. С-ка 36-38 бриджи. Женские. Так, XS 34 размер, майка спортивная. XS 34 размер, это у нас футболка получается. Так, далее 42 размер указан. 40 размер указан, майка. То есть 46 примерно российский размер получается. 36 здесь указан. Так. М-ка 48-50. Мужские шорты, бриджи. Так, 48-50. М-ка это шорты мужские. С-ка 36-38 женские шорты. 38 размер указан. 42. XL 56. В основном, конечно... Так, это шорты были мужские. В основном женские вещи. Элька 44-46, юбка, тенниска. Так, М-ка 40-42, это шорты, то есть 46-48 получается размера. 2XL, такой же кардиган у нас, по-моему, был, 52-54 написано. М-ка, так, лосина спортивная, примерно 48-46 размера. Так, S-ка. Тоже бриджи маленького размера, 36-38. И последняя вещь у нас осталась. Футболка мужская, элька 52-54. И на этом мы завершаем наш видеообзор.